Нигматшан Исингарин всегда любил нестандартные подходы как в жизни, так и на работе. Поэтому, когда в 1979 году в Целиноград приехал первый заместитель министра путей сообщения СССР Николай Семенович Конарев, недавно назначенный начальник Целинной дороги, Овсянник поручил именно ему показать гостю железнодорожное хозяйство. И Исингарин решил сделать это так, как никто до этого не делал. Попросил начальника дороги показать ему узел. Целиноград. Начальник дороги вызвал меня и сказал Конареву, что я вот приехал недавно, а лучше всех знает главный инженер дороги. Вот он вас свозит, покажет. Ну, я вышел с ним, с Конаревым. Потом сели мы в машину, я сказал, что я хочу показать так, как я показываю, а не ходить по путям. И я его отвез на Горбатый мост наверх, показал сторону 40-й, сторону узла, сверху показал, все рассказал, всю технологию. Потом переехали мы к район вокзала, мы поднялись на пешеходный мост, сверху показал опять обе стороны, потом третий поехали в сторону локомотивного депо, там тоже на пешеходный мост, опять сверху все показал, я говорю, вот я вам все рассказал, всю технологию работы, а внутри этих коробок, это так же, как везде, в любом месте. Вы, наверное, без меня это знаете. А если хотите по путям ходить, пожалуйста, я поведу вас. А, но всю технологию работы узла я вам рассказал. Вот он удивился, говорит, первый раз меня показывают железную дорогу сверху. И вот это запомнил. И причем запомнил на всю жизнь. Он все постоянно вспоминал. И вот этот подход нетрадиционный к осмотру железной дороги, это его поразило.